Ну-ка, не хочу я ТикТоки это смотреть. Мы твои дипфейки замечали. Я вот это хочу посмотреть, погоди. Я сейчас тебе переведу. Нихуевая девочка. Да он вообще пиздец. Что? А ему идет, кстати. Почему он везде идеально выглядит, блядь? Когда... Ой, где-то что выскочило там следующее, слышь? Видел, смотрел, осуждаю. Власть вот, здесь. А что меня съебало, мало? Это ты, Вова, через лет 20. Понимаете? Я говорю, власть здесь, ямка. Понимаете? Вот, я тебе ВК скинул три видоса с подборками. Власть здесь, ямка. Да сколько раз я еще? Просто человеку сломал жизнь одной кнопкой. Одной кнопкой. Хуйня, короче, это какая-то. Не, не, чекни ВК, я тебе три видоса с подборками. Там, блядь, там то, что, сидели, то, что мы смотрели, да? Да, да, да. Хохотач? Байтамор. Да, там да, вообще. Полный хохотач, я бы сказал. Девочки, полный хохотач. Ну-ка. Полный тертый калач, поехали. Тут ничего такого? Не, не, нет. Ничего. Это все так. Просмотрено было. Поехали. Тихо-тихо, поесть секунду. Что исправить можно было для будущих роликов. Удачного стрима. Ссылка удалена. Че за хуйня? Че за хуйня, да че? Бля, ну я и страшная с шлюхой. Что? Что я могу сказать, блядь? Дальше посмотришь. Ну это все готовые пресеты, как я понял. Да, да. Да, вроде бы. Я жду, пока кто-нибудь какой-нибудь пятиминутный сконвертирует фильм. Документальный, что ли? Да. Бля, ну я и чмо. Ребята, это пиздец какой-то, я не понимаю. Что со мной не так тут? Тут похож на страшненькую Селену Гомес, я не знаю. А, вот тут мне идет, блядь, пиздец. Сука, опять до свинки. А это был, погоди, это был Джоэн? Нет, это просто баба страшная. Бля, ебать, у меня брови охуенные. Что за хуйня, ёбать? Вот ты должен был в один дома сниматься, я думаю. Фелпиер. Come on, tough guy. Чё это говорит, бля, я жду тебя в роли Арнольда Шварценеггера. А что у меня с глазом, блядь? Труба, блядь. Что здесь? Просто а, это эйфория? Нет, это половое воспитание, по-моему. Да, я точно. Я эйфорию тоже, кстати, не досмотрел, охуенно. Я этот, Гамора. Кстати... Тут не особо похож. Тут еще, знаешь, фишка в чем? Откуда они меня заскринили? То есть в этом прикол. Да. Ну, да. Ну это понятно. Тут вообще охуенно. Да, а ну у меня просто ебать очень на Тони Старка что-то общее есть. Да, вот да, и все. Да. Ну-ка погодь. Yes. Привет! Я нахуй, я в шоке! Ломака, ща бан дам, иди нахуй! Почему? Потому что, чё ты себя ведёшь, как ебло? Дай человеку порадоваться хоть десятый раз, блядь. Дай им поиграть на стриме. Десятый раз смотрит, да и реакция нахуй. Хоть десятый раз, второй раз. Ну второй. Охуеть, второй раз, блядь. Слушай, я уже забыл, блядь. Ребят, это... Я никогда не... Я маме-то и в очко закачусь. Ну ты пузо сначала подними своё... Началось. Твоя мама влезет. Твоя мама влезет. Да нет, блядь, хуй. Пацаны, перестаньте. Да, пацаны. О, извини, перебил. Пацаны! Охуенно, слышите? 1-1, чуваки. 1-1. Я в твою маму, говорит, закачусь, типа, в жопу ей. Это было смешно, да? Типа, там такая жопа размером с меня.
понял контекст, охуенно. Я сейчас представляю лицо Дрейка. Да, ну-ка, сейчас понял, зачем объяснили, блядь. Короче, я никогда не думал, что я доживу до того момента, что можно будет свои ебаники под лица актеров подставлять. Это просто пиздец. Ребят, технологии уже вот они докуда дошли. Прогресс. Осталось только звук синтезировать, но над этим работаю. И вообще будет пушка. That's an interesting time, mister. Если эту технологию с говорилкой использовать с голосом, вот под эти вот озвучка, просто текст актера берешь с ебаником моим и просто озвучиваешь, что актер говорит. И считай, ты в фильме снялся. А мне идет. Ой, боже, ебучка съела. Там еще два видоса. Я тут старый, блядь. Вот и лето прошло. Словно и не пришло. На пригреве тепло. Не, Бог, ты девочка некрасивая. Оу! За это забанят меня, блядь. Нет? За что? За что? Это технологии, это не ты сделал. Да, баньте тогда технологию, которую ты сделал. А у меня сиськи, ребят, хуёвые. Капельки или шарики? Да они все тут убогие, блядь, какие-то. Это Вова в старости. Вот это вообще. А это тут у него ебучка больше пела, да? Я не помню, кстати. Что это? Я тут на Гудкова похож, знаешь, надо про о, это, про покупки наберу. А, Гудкова. А вот это эйфория, по-моему, тоже, да? Ой, ребят, F. Не, в этом, значит, в этом ебало такое. В последнем? Ой. Ну я заебался слушать твои визги, честно. Когда будут фильм пересмотреть, охуенный. Пиздец, ребят, вот когда технология дойдет, что можно будет кармелиту и глухаря подставлять под его свое, тогда да, заебись. Пока нихуя не понятно. Where is my boyfriend? Хуя флексер. Ай! А у меня, кстати, был звонок в школе вот такой, только с двумя сосками. Мы все время орали, что это сиськи. Был там голова есть с глазами и сиськи такие большие. Блин, у меня голова большая, блядь. Я вижу. А это что? What about Sabbath? AC/DC. Motorhead. Oh, what are they teaching this place? Бля, имба. О! What the fuck, motherfucker? Вот это... Это прикол. Надень очки. Бля, как будто нахуй я и есть Гарри Поттер. А это чё? Это мы красивый, ребят, там я красивый. Я в жизни урод ебаный. Ты больной человек вообще. Охуенная имба. Просто вообще пушка.